Всем привет! Сегодня мы поговорим о системе лояльности, которая используется в правде. Каждому из вас мы выдаем вот такой вот флаерочек, на котором указана детальная информация, как можно зарегистрироваться, что нужно скачать, что нужно сосканировать и какие данные внести. Что получает от этого клиент? Вы получаете от 5 до 12% разные статусы от рады знакомству до богиня шопинга. Вы получаете 12% кэшбэка, если вы богиня шопинга, и этими баллами вы можете расплачиваться следующую покупку. До 50% неакционные вещи. Используйте свои баллы при каждой покупке. Также при регистрации у вас появляется 50 гривен на счету автоматически за регистрацию. Зачем это клиенту? Он может получать баллы не только за кэшбэк и свои покупки, он может рекомендовать кому-то наш сервис. Он получает баллы за рекомендацию, и даже если этот покупатель покупает что-то у нас, баллы тоже поступают нашему первичному клиенту. Зачем UDS нужен бизнесу? Прежде чем рекомендовать систему лояльности своим партнерам по бизнесу, либо моим клиентам, которые получают консультации, я сама ее проверила. Что для меня дает система лояльности? Первое. Это, конечно же, экономия денег. На одной из выставок я сэкономила 5000 гривен на скидках. Второе. Это то, что каждый клиент хочет вернуться и использовать свои баллы. Третье, самое важное, почему я изначально хотела эту систему лояльности, чтобы мои женщины, правда, приходили со своим смартфоном и показывали вместо карточки пластиковой, которую раньше использовали, красивое мобильное приложение. На каждой кассе и везде по магазину у нас размещены вот такие QR-коды. Вы можете просто поднести свой телефон, и у вас сразу высветится, где вам нужно пройти регистрацию. И, конечно же, самое важное – это статусное мобильное приложение, которое каждый бизнес сейчас должен использовать для того, чтобы улучшить качество обслуживания своих клиентов. Регистрируйтесь!